Черт, черт. Боже. Подстрелите кого-то. Несите крышу нафиг, а там ты мута в любом случае. Давай, 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 давай. Ой, колеса нет. Гони. Так, так, так. Даже асфер делась. В сервере. Рисую, по планете так все знаю. Ты что, серьезно? Что все? Так все, ты, кстати, как раз нормально все, это по плану все идет? Нет, это не по плану. Только ты его в космос не выкинь. Давай, бегом, на изучение. Освободить воздушное пространство. Мы боровичок. Да нет, да. Там здесь пока проводятся запихательные работы. Кажется, кстати, умер. Так, все, Карс, ушел. 3, 6. Значит, Карс, ну, очевидно, механик-водитель. Карс. А, я понял. Нам нужен снайпер и два стрелка. Снайпер-инквизитор, стрелки, сланыш и фалкар. А, кстати, насчет народных дронов. Во время этой миссии их не используем от слова совсем. А если они нас нападут? Ты план операции читал, кто на кого нападать будет? Температура там 5000 километров от нас, поэтому это трипишка. Все, бегомся на свои места. Там кто куда. Главное, чтобы все сидели. 4 кровати есть, опять же. А, ну вот, идеально. Все можете спокойно занимать 4 кровати. Полетели. Прыжка будет 3. Забывайте. Зарядка у нас на 44 дня хватает. Пока основные силы 3-й флотской эскадры в составе земного секторального флота борются с пиратскими корпорациями на окраинах Рукава Ориона в отдаленной планете. От земли Пертам бандитизм процветает как никогда. Наша разведка докладывает о подозрительной активности небольших пиратских банд на орбите и поверхности этой пустынной планеты. Связавшись с одним из наших агентов, мы получили конкретные планы одной из таких бандитских группировок. Если быть точнее, доставку партии секретного, по словам агента, оружия на местный аванпост. Командование считает, что эти бандиты как-то связаны с нападением на вас на аванпост «Северный ветер». У тебя же этот немножко висит. Тише, тише, тише. Все, покидаем корабль. Оружие в руки, инквизитор. Ты не на курорте. Знаете, как солдаты за БТРом садятся? Вот только вы так же само, только не ровно сзади, а по бокам, скажем так, слева-справа. Километр. Вижу какой-то стол. Короче, десант, грузитесь на БТ, только на броню. Это десант на вылет. Брос мины вот сюда. Мина сброшена. Все, шикарно. Ты сможешь драть дистанционно, Карс? Да, смогу. Все остальные группы за мной. Бей джетпаков, поднимаемся.
Ну, я скажу. У меня уже кислород, ну, вода точно. Так, здесь такие удобные, красивые скалы. Видите, как видите, площадка среди. Вижу движение. Плюс-минус килл. Видите, техника? А, нет, две машины. Две машины. Одна маленькая, вторая большая. Карс, готовность. Асфер, бегом на позицию. Они близко, Карс. Готовность, я скажу. Я не знаю. 200. Готовность. 5. 4. Нельзя, тихо. Карс, взрыв! Огонь! Пробейте колеса грузовику, но тихо, не повредите все. Его, не повредите грузовик. Груз, вероятнее всего, без грузовой. Не перестреляй там всех. Мы потеряли МБТЛ! Стараемся с комнатой, бегом. Только Асфер убили. Асфер. Добил. Отлично. Вот, выпал. Вижу. Нет. Так. Состояние грузовика целое, он еще даже на ходу. По двое колес задних разнесено. Я за грузом. Колеса, видите, побитые? Тихо, нет. Все, тихо. Бегом почините колеса. МБЛТ на ходу? Раз. Не совсем. Потом заберем. Почините колеса грузовика. Бегом. Все бегом грузовику, занимайте позиции в грузовом отсеке. О боже, мест не хватает. Ёкарный бабай, жми. Сейчас назад нужно. Долго копаетесь. Не хватает колес. Не тратим. Хрен с ним. Асфер, чё? Прости. Папа что-то летит, видите? Стой. Беги ты, скотина, Асфер. Асфер, бегом. Медленно. Папа, видите корабль? Ты готовится к стрельбе. Готовится к стрельбе, вы. Помни, заведи серебряных крюков и гвастер, бросай его нафиг. Поехали, Асфер. Помянем тебя, догоняй пешком. Да, Астон, подожди. Да, я знаю. Астер, твоя задача добежать до Астера. Добежать до Астера, заводи. Черт. Боже. Отстрелись от него. Йо-йо-йо-йо-йо. Несите крышу нафиг, она вам не нужна в любом случае. А когда? Давай. Ой, колеса нет. Гони. Кажется, мы все. Покинуть машину. А у вас здесь. Так, притормози аккуратнее. Притормози, но этот. Притормози. Чуть опустись. Я запрыгну. Тихо. А, прицепишь? Давай. Да. Сейчас только. Да, я запрыгну все равно на всякий случай. Выровняйся по кузову. Правда, мне кажется, мы кузов сожжем. Да, мы сожжем кузов ему чертям. Как черный. Нет, все, Асфер, не цепляй, сожжем вместе с контейнером. Ух, у вас тут. Там теперь два корабля. Да, вы бы его забрали, бы сейчас по первому сплиту. Так, трансмиссия что-то подводит. Масло потекло. Немного колесо выбивается. Я да, отбивать. Да. Блин, конечно, колесо сделали. Этот, я еще удивляюсь, как оно едет. Ну пусть будет. Приодится транспорт. Грузовой корабль. Да, сидит. Вот этот транспорт. Вообще здесь стоит. Ямка. Алла-то откуда знала? Решил провести вам посмотреть, что делаете. Ух ты, ё-моё. Это наш. Прикольно. Это наш трофей сегодняшний. Фирменная пушечка. Солетели повыше. Чё вы мелочитесь? Не пошлите за мной. Все зарядите нас, бегом водородные баллоны. Бастер, пожалуйста, что-то лучше. Там же. Я лучший водитель. Я на этом МБЛТ накатал в крите и уже вылечу в пол. Понятненько. На этом хоть.